это дело не только в Сталине, и не столько в Сталине. Действительно, просто попытки зачеркнуть страницы истории. Я очень хорошо помню, еще будучи школьником, у меня как бы начало возникать внутреннее диссидентство после того, как сняли Хрущева. Но не из-за того, что его сняли, а из-за того, что вы сейчас это даже представить себе не можете, что лет 5-7 как минимум вообще вычеркнули упоминание этой фамилии из средств массовой информации. Руководство Советского Союза. Руководители Советского Союза. Фамилия Хрущева вообще не упоминалась. Его как бы не было. Для меня это было дико. Как бы он там ни повинился перед товарищами по партии, но вычеркивать человека, переписывать историю, что такого совсем не было, это дико. Так же дико был Сталин. Были надписи на танках за Сталина. И можете сколько угодно обсуждать, кто он, великий менеджер больше или проклятый тиран. Но при этом сохраняйте то, что было. Оно было. И вычеркивание – это смешно, это по-детски. Или это просто, что называется, по Оруэллу, да? Но отнюдь не так, как принято среди взрослых людей.